Доброго времени суток, дамы и господа, добрый день, дорогие гости наши. Поставьте, пожалуйста, плюсики, как меня слышно, видно и видно ли слайд. Сегодня я буду смотреть чат, потому что вчера немножко отвлекся и не слышал обратную связь. Так, есть Максим, спасибо. Видно, слышно. Екатерина, Костя, спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Итак, меня зовут Игорь Шпор, для тех, кто меня не знает. Я участник и администратор универсальной краудфандинговой платформы Generic Community. И сегодня мы будем говорить о деньгах на платформе. Регламент нашей встречи примерно 30 минут, но, друзья, никакой воды, только суть в режиме, так сказать, интенсив. Поэтому интерактива будет мало, информации много. Впитывайте, пожалуйста, чтобы не пропустить ничего важного. Сейчас мы разберем все виды дохода на платформе и более подробно остановимся на прогрессивном сотовом маркетинге, который предназначен для ваших неприлично больших заработков, друзья. Маркетинговая система разрабатывалась и тестировалась на протяжении 2 лет. Значит, авторами являются наемные профессионалы Skillsoft, которые в свое время разрабатывали маркетинги для Nike, Castrol, Orange, Gazprom и других брендовых компаний. Поэтому тот маркетинг, который вы сейчас увидите, не имеет аналога в мире, так как он создавался специально для нашей платформы. Я не буду сейчас рассказывать, кто за этим стоит и для чего была создана платформа. Больше информации об этом вы сможете узнать на моих вебинарах «Капитал с нуля». Сейчас моя задача заключается в том, чтобы показать вам реальный механизм большого и, на удивление, честного заработка в сети интернет. Причем как для любителей пассивных заработков, так и для тех, кто умеет строить команды. Значит, начнем, пожалуй, с основных продуктов платформы. Да? Коротко сейчас пробежимся. Первый и основной сервис, который предоставляется на платформе и продвигается данным маркетингом, это краудфандинг, то есть народное финансирование проектов. О каких проектах идет речь? В первую очередь речь идет о бизнес-проектах, которые направлены на получение прибыли. Если вам нужны деньги на бизнес, и вы готовы отдать не менее 20% от прибыли другим участникам, которые поддержат ваш бизнес, и 5% администрации платформы за то, что они предоставили вам инструменты для финансирования, то, пожалуйста, создавайте свой бизнес-проект. Но если у вас пока нет бизнес-проекта, то вы можете создать личный проект, в котором вы можете выразить любые личные финансовые потребности, которые точно есть у каждого человека. Также вы можете создать социальные проекты, да, для помощи другим людям. Но что самое интересное, вы можете создать проект для накопления стартового инвестиционного капитала, чтобы вступить в закрытый клуб инвесторов сообщества и инвестировать в стартапы. Значит, какая выгода от этого сервиса? Первое. Вы можете получить деньги на свои потребности без кредитов и долгов. Вторая. Вы можете инвестировать от $1 в бизнес-проекты других участников и получать пожизненные дивиденды от бизнеса, от множества бизнесов. Третье. За свои рекомендации в использовании этого сервиса другими людьми, да, вы будете получать щедрые вознаграждения. Кому вы можете его предложить? Да кому угодно, друзья. Если на бизнес, например, там, да, еще деньги не каждому нужны сегодня, то личные потребности точно есть у всех. Все свои проекты вы сможете профинансировать и с помощью других инструментов.
Основной источник прибыли на платформе – это Чикагская товарная биржа. Это мировой гигант товарно-сырьевого рынка, друзья. На платформе есть специальный сервис GC Trade, да, для получения прибыли от торговли фьючерсами на этой бирже. Вам будут приходить сигналы о срочной покупке или продаже актива. Это может быть нефть или золото, да, или кукуруза там и другие активы. Вы этот сигнал выполняете за 3-5 минут, делаете эту срочную покупку онлайн на специальном терминале для торговли. И в течение часа или в течение дня, да, получаете прибыль своих 30, 50, 70 или 100 долларов в день. В общем, друзья, люди, которые зарабатывают на таких быстрых сделках, называются спекулянтами. Я думаю, знакомое для всех слово, правда? Это купил, продал, за 5-10 минут заработал на разнице в цене. Но только это чуть-чуть не те спекулянты, которые стоят на базарах и продают семечки, там, сигареты. Надеюсь, вы понимаете, да? То есть на Чикагской товарной бирже, друзья, сегодня ежегодно, да, заключается контрактов на общую сумму порядка 1 квадриллиона долларов США. Можете себе представить эту сумму с 15 нулями? Например, мне сложновато. И самое главное, что прибыль в этом сервисе никак не зависит от экономической ситуации в стране. Мы зарабатываем и на снижении, и на повышении цены. С помощью этого сервиса заработок 50, 70, 100 долларов в день больше похож на компьютерную игру, чем на биржевую торговлю. Я вот поиграл 3 месяца, да, и приумножил свои 10 тысяч долларов почти в 2 раза. И вам, конечно, рекомендую, поверьте, это намного безопаснее, чем хайпы, там, да, пирамиды, которые от нарисованных процентов сегодня лопаются, как мыльные пузыри. А доходность, сами видите, какая, просто шикарная. У меня в октябре с 11 тысяч долларов прибыль 2 800. В ноябре почти с такой же суммы, вообще 3 700 стрельнуло. В декабре поменьше, но я там пару сигналов пропустил. Получилось 14 2400 чистой прибыли, друзья. Вообще сервис, благодаря продуманным стратегиям торговли, позволяет зарабатывать уже с 2000 долларов. И для торговли на американском рынке, поверьте, это очень-очень маленькая сумма, друзья. Но понятно, что из таких денег не каждый сегодня в наше время, да, сложное, может начать здесь работать, да, именно поэтому я создал социальный проект на платформе «Доверительное управление капиталом», который поможет начать зарабатывать каждому участнику даже с 1 доллара. И для себя я понял, что риски здесь в десятки раз меньше, чем во всяких форексах, бинарных опционах и других сомнительных проектах. Это факт, друзья. Так как там я только терял везде, и обучение проходил, и все делал, но ничего не помогало. А здесь с первого дня уже начал зарабатывать. Ну да, видимо, не одним, Максим, совершенно верно. Важно то, что вы все можете проверить своими ручками на демо-счете и только потом заводить свои денежки, да, то есть вы все это можете, весь сервис этот, получение сигнала проверять, при этом вам не нужно обладать никаким опытом и знаниями, друзья. За вас все это делает, думают, да, когда дать сигнал, когда купить, когда продать, группа опытных трейдеров компании, которые уже более 10 лет на рынке зарабатывают. Ваша выгода здесь заключается в том, что вы можете сами зарабатывать в этом сервисе, а также от своих рекомендаций другим людям вы можете зарабатывать по маркетингу, да? А таких людей, которые хотят получить сегодня надежный источник дохода, очень много, друзья. Так как вам поэтому будет кому предложить этот сервис. Следующий не менее интересный возможность сюда, что касается полностью пассивного дохода, является программа развития InvestorStar. Если GC Trade – это, так скажем, полупассивный,
доход, так как там еще нужно ждать сигнал, потом его еще нужно выставить на терминале и так далее, да, то тут вы получаете полный пассив. Хотя доходность, конечно, поменьше, зато риски полностью отсутствуют. Эту программу вы можете сами использовать для развития своего начального капитала от 1000 долларов, а можете предлагать своим партнерам, они будут развивать вот свой капитал, получать гарантированный профит, а вы от этого прирост будете получать 7% за свои рекомендации в использовании этой программы. Увидеть более точные расчеты можно в таблице специальной, да, которая у нас есть, которую вы можете взять у своих партнеров, у своих спонсоров. Единственное, что здесь нужно знать, что максимально допустимая сумма, которую вы можете получить в этой программе, это 500 тысяч долларов. А значит, с одного партнера, по вашей рекомендации, который будет развивать свой капитал, вы получите до 35 тысяч долларов. И, конечно же, все полученные деньги также идут в финансирование ваших проектов, друзья. Ваши деньги в этой программе, в Investor Start, обеспечиваются фондом гарантийного обеспечения, который на сегодня составляет больше 31 миллиона долларов. Все участники программы, в том числе и я, видите, получил такой вот сертификат, который свидетельствует, что ваш начальный капитал обеспечен фондом, что вы имеете там долю в этом фонде, да, и поэтому вы не можете потерять свои деньги при всем своем желании. У вас деньги в развитие просто не возьмут, если общий капитал программы превысит фонд обеспечения. Но, друзья, если вы занимаете более активную позицию в жизни и хотели бы использовать какие-то другие еще продукты, да, для заработка, пожалуйста. Следующий продукт – это GC Education, топовое бизнес-образование, которое, к сожалению, нам не преподают ни в школах, ни в институтах, которое помогает каждому предпринимателю сегодня поднять и развить свой бизнес. Стоимость только этого продукта, друзья, уже сполна перекрывает стоимость пакета. Так как за такие знания многие люди платят вообще десятки тысяч долларов. Можете сами использовать этот продукт, а можете рекомендовать эти ценные знания другим людям и зарабатывать по маркетингу. Так, идем дальше. Есть у нас еще один продукт, да, GC Market, это интернет-магазин сообщества, где любой участник может реализовать любые свои товары или услуги, да, по, опять же, прогрессивному сотовому маркетингу. То есть здесь в магазине у нас каждый продукт, который размещает, он автоматически прикрепляется к маркетингу. И при этом неважно, какие продукты вы будете реализовывать, да, свои или других участников по партнерке, ваше предложение всегда будет самым выгодным для всех покупателей или клиентов. Почему? Потому что, приобретая один продукт, они получат максимальные скидки на другие продукты. Кроме того, каждый покупатель получает сразу бизнес-систему под ключ для заработка. Да? Но что самое главное, что он может вернуть свои деньги обратно в виде бонуса возврата до 100%, друзья, от стоимости продукта. Позже я покажу, как это работает. Чем мне лично нравится этот сервис, что здесь вы можете рекомендовать то, что вы умеете и хотите рекомендовать. И вам не нужно привязываться к какой-то компании или к какому-то одному продукту. Поэтому целевая аудитория ваших потенциальных партнеров с помощью магазина может быть просто безгранична. Любой интересный вам продукт вы можете привязать магазин и продвигать, используя готовый маркетинг, а за счет получения бонусных вознаграждений, опять же, финансировать свои проекты. Кроме того, друзья, каждый участник получает у нас за 50 долларов вот такие вот инструменты, да, то есть целый пакет эффективнейших инструментов для подключения партнеров. Используя эти инструменты, вы сможете легко строить свою партнерскую сеть из числа покупателей, да, или клиентов, которые пришли за любым из продуктов в сообщество.
Эти инструменты сильно помогут в быстром развитии вашей партнерской сети на старте, да, и потом на этапе развития. Ну а самое сладкое, друзья, у нас начинается именно сейчас, да, то есть сейчас мы переходим уже, по сути, к деньгам. То есть все вышеперечисленные продукты, о которых я уже сказал, входят в пакеты старт за $75, Advanced за $575 и Advanced Plus за $1575. Ну, понятно, что самый выгодный пакет это, конечно, Advanced Plus. Там вы получаете максимум и по продуктам, и по бонусным вознаграждениям. И сейчас, внимание, друзья, первое преимущество прогрессивного маркетинга. Все 100% денег от стоимости пакета распределяются на проекты участников по условиям сотового маркетинга. То есть компания себе денег не берет за то, что предоставляет все эти товары и услуги, да, все эти денежки распределяются между участниками. У компании другая выгода. Выгода с бизнес-проектов, да, потому что она берет оттуда свою часть прибыли от каждого бизнеса, который пришел на платформу. И тут же второе преимущество этого маркетинга. Покупая пакет, вы не просто отдаете свои деньги, да, компании, а вы инвестируете их в проекты людей, соответственно, да. И кто знает, вполне возможно, что какой-то один из бизнес-проектов станет очередным там Фейсбуком, а вы в свою очередь получите свой кусочек, да, вот этого большого пирога. Прогрессивный сотовый маркетинг – это симбиоз из трех маркетингов, поэтому 100% от стоимости пакета распределяется на три структуры, которые у вас будут строиться одновременно. 65% распределяется на сотовую структуру, 30% на линейную структуру и 5% на бинарную. Значит, по линейному маркетингу у нас вы получаете бонусы от 7 линий вашей организации. Значит, линии выстраиваются друг за другом, да. В первой линии находятся партнеры, те, которым вы дали лично рекомендацию, да. Во второй линии те, кому порекомендовали с первой линии и так далее. Количество участников каждой линии не ограничено, и от всех них вы будете получать персональный бонус 20% от каждого участника в первой линии и командный бонус, да, за каждого участника со второй еще по седьмую линию в общем еще плюс 10%. И здесь же, друзья, мы видим еще одно преимущество, да, но пока не видим, но мы знаем, что есть еще одно, третье преимущество данного маркетинга в том, что все линейные и лидерские бонусы, да, являются цикличными. То есть вы их будете получать не один раз, а многоразово, точнее каждый раз, когда будет открываться новый цикл у любого участника вашей команды. Более подробно про циклы в сотовом маркетинге, а здесь мы видим еще один очень интересный бонус, командный бонус первой линии, да, от всех накоплений вашей первой линии по всем маркетингам вы будете получать 6%. То есть заработала ваша первая линия $10 000, $600 из них ваши. Заработали они в общем $500 000, $30 000 получите. Плюс, друзья, вы будете получать бонусы лидерского маркетинга, когда станете организатором. Как стать организатором? Да очень просто. В сообществе у нас строится одна общая бинарная структура, которая делится на предварительные группы единомышленников по 255 человек. Единомышленники – это те, кто продвигают какой-то определенный продукт или какой-то проект, да, то есть которые уже определились с каким-то направлением на платформе. Так вот, те 8 участников группы, которые сделали товарооборот в первой линии всего лишь $6500 раньше других, получают статус организатора и бонусы по лидерскому маркетингу. Значит, друзья, группа, в которой вы находитесь, это группа первого уровня, да, то есть в которую вы попадете после регистрации.
от каждого участника такой группы вы, как организатор, будете получать бонус 1% от стоимости каждого пакета. При этом не важно, на каком пакете вы. Но из группы первого уровня образуется до 8 групп второго уровня, в которых всего может быть до 1800 участников. Из каждого участника этих групп вы также будете получать по 1% от стоимости пакета. Аналогично появляются 64 группы третьего уровня, и с них вы имеете 1%, и 512 групп четвертого уровня, с которых вы уже получите 2%. Общий потенциал этого огромного бонуса, очень мощного, да, больше 170 тысяч долларов, если все участники на минимальном пакете, да, в ваших группах четырех уровней. Если на среднем пакете, то больше миллиона, да, если на максимальном, то больше 2 миллионов. Ну, понятно, что участники будут на разных пакетах, поэтому сумма будет какая-то средняя. Но все равно очень прилично, друзья. Поэтому я считаю, что за этот бонус стоит побороться в ваших группах. Тем более, учитывая то смешное условие, которое нужно выполнить. 6500 в первой линии. Да? И теперь самое интересное, друзья. Переходим к сотовому маркетингу, на который распределяется оставшиеся 65% от стоимости пакета. Значит, для того, чтобы его понять, этот маркетинг, да, необходимо знать несколько простых вещей. Это накопительная ячейка, это цикл, это как строится сотовая структура и что такое квалификация. Значит, в каждом пакете Start, Advanced или Advanced Plus вы получаете накопительную ячейку. А за вашей ячейкой закрепляется еще 6 свободных ячеек, на том же пакете, да, который образует открытый цикл. И когда 6 партнеров других, да, то есть вашей первой линии или других линий вашей структуры, да, или другие участники сообщества покупают тот же пакет, как и у вас, и получают все 6 свободных ячеек в вашем цикле, вы получаете сотовый бонус или бонус возврата. Значит, таким образом, если вы получаете сотовый бонус, то после закрытия цикла автоматически открывается новый цикл. Да? И так образуется ваша сотовая структура, которая строится по спирали, начиная от первой вашей ячейки. При этом, если выполнили условия квалификации, два партнера в первой линии, то за каждый закрытый цикл вы получите сотовый бонус 260% от стоимости пакета. Если не выполнили условия, то вы получаете бонус возврата 110%. Друзья, вообще идея создания сотового маркетинга заключалась в том, чтобы создать такой финансовый инструмент, который позволял бы простым покупателям, купившим продукт или услугу на платформе, да, или новичкам, у которых не сразу все получается, быстро возвращать затраченные деньги обратно. А активным участникам, которые хотят заниматься командным бизнесом, получать несравнимо большие бонусы, которые они никогда не получат ни в одной компании, ни в одном проекте. Именно за свою активность. Давайте посмотрим, как это выглядит в процессе, друзья. Значит, сотовые бонусы вы всегда получаете со второй, четвертой, пятой и шестой ячеек вашего цикла. При получении другим участникам первой ячейки сотовый бонус вы не получаете. Да? При получении другим участникам второй ячейки вы получаете 60%, 65% от стоимости пакета. Далее, третий участник. У вас опять сотовый бонус не начисляется. Да? И четвертого участника вы получаете 30%. Пятый участник, который занял пятую ячейку вашего цикла, вы получаете 65%. И шестой участник, который занял шестую ячейку, закрыл вам первый цикл, вы получили 100%. В общем, друзья, вы видите, что как раз-таки вы получаете 260% с 6
закрытых ячеек, да? И дальше, так как вы условия квалификации выполнили, да, вам открывается новый цикл. И при этом, друзья, обратите внимание, что вы заработанных денег снова оплачиваете 100% от стоимости пакета на полном автомате. И ваши деньги снова распределяются на три маркетинга. А это означает как раз-таки ту цикличность, друзья, когда вы точно так же будете повторно получать бонусы за одних и тех же участников линейной структуры вашей. При этом каждый раз, открывая новый цикл, вы будете получать от любого участника вашей команды повторно и линейный бонус, и персональный, и лидерский бонус, да, и сотовые бонусы тоже у нас цикличные. И смотрите, что дальше происходит, друзья. Когда закрылся второй цикл, у вас уже 420% от стоимости ячейки. И у вас автоматом открывается новый цикл, да, в вашей сотовой структуре, как я уже сказал, по спирали. Дальше у нас третий цикл закрылся, у вас уже 580%. Четвертый цикл у вас открывается, минус 100, да? Четвертый закрылся, у вас уже 740%, друзья. И таким образом у вас при сотовой структуре всего лишь до 78 участников, то есть в этой структуре, у вас уже закроется 13 циклов, и вы получите 2180%. Это только по одному сотовому бонусу. А это не так уж и мало. Смотрите, с минимального пакета $1600, со среднего это $12500, и с максимального пакета это больше $34000, друзья. И в общем-то, я считаю, что с такой структуры небольшой, это очень приличное бонусное вознаграждение. И что самое интересное, друзья, что здесь есть у нас и четвертое преимущество этого маркетинга, которое заключается как раз-таки в справедливой взаимопомощи от активных участников. Я надеюсь, что вы уже увидели, да, что все участники здесь помогают друг другу закрывать свои циклы. Так как свободные ячейки всех участников являются общими. И одна и та же ячейка может быть и в вашем цикле, да, и в циклах других участников. И каждый активный участник, получивший ячейку, будет помогать вам своими людьми закрывать ваши циклы. То есть здесь мощнейшая система переливов, друзья. И ее уже, наверное, оценили те, кто знают это слово, да. Тут перелив у вас может быть из глубины, и от наставников, и от параллельных структур сообщества. И смотрите, как это происходит. Вот, например, у вас в сотовой структуре только два активных участника, да? Только два активных участника. И они начинают развивать свою организацию, да, то есть начинают строить свою сотовую структуру. Сначала первый цикл у них в первом кольце их сотовой структуры, потом следующие циклы, да, у них закрываются своими людьми. И таким образом все эти структуры, да, пересекаются между собой. И именно за счет этого, друзья, именно за счет этого любой участник, который не выполнил квалификацию, у которого нет два человека, приглашенных в первой линии, будет получать бонус возврата. Именно из-за этого мы можем любому покупателю или клиенту, который покупает что-то в магазине, делать возврат потом его средств, да, то есть которые он затратил на приобретение товара или услуги. И смотрите, друзья, здесь еще какая интересная есть фишка, да, то есть здесь бонус возврата человек получает с шестой ячейки, да, 110%. А 5 ячеек, когда заполняется другими участниками, денежки идут в фонд, сообщества. Из этого фонда выплачивается сотовый бонус, а остальные денежки на конец месяца каждый раз распределяются на активных участников.
А активные участники у нас считаются те люди, которые имеют в первой линии три и более участника, да, то есть три и более партнера. Вот смотрите, в данном случае эти 100% остатка фонда каждый месяц делятся 50% на бонус за активность, который распределяется на всех активных участников. И так как мы видим, 5 участников имеют по 3 человека, поэтому они делят этот бонус поровну, по 10%. Если бы у кого-то было больше людей на текущий месяц в первой линии, он бы получил бы большую часть этого бонуса. И что самое интересное, что еще 10% получает первый и пятый участник как бонус соответствия, да, так как у них в первой линии есть дубликация, то есть у них в первой линии есть второй и четвертый участник, которые также получают бонус за активность. И что самое интересное, друзья, почему наш, собственно говоря, маркетинг называется прогрессивный, потому что каждый месяц вот эти 40% остатка от фонда переходят на следующий месяц и добавляются к новым остаткам. Да? И таким образом сумма вот этого фонда, которая распределяется на бонус за активность и бонус соответствия, она с каждым месяцем растет, растет и растет. И именно из-за этого неактивные участники, которые пришли как покупатели или клиенты на платформу, да, в один прекрасный момент поймут, что не давать рекомендации другим людям просто невозможно, потому что такие бонусы платят за них, за эти рекомендации, что просто невозможно не рекомендовать эту платформу. И это и как раз таки является наш двигатель, да, двигатель внутренний, который будет двигать именно за счет мотивации, за счет вот таких вот шикарных бонусов и за счет такого шикарного маркетинга, друзья. На какие же пакеты вы можете сегодня входить? Значит, смотрите, друзья, как я уже сказал, есть старт, Advanced, Advanced Plus, да, это если вы по маркетингу хотите двигаться, как активный человек развиваться, и можете на полном пассиве абсолютно начинать с программы Investor Start, с $1000, да, но здесь вы получаете только краудфандинг в первой линии, да, то есть первая линия вас, ваших партнеров помогать вашему проекту. Дальше вы получаете долевой сертификат на прибыль от 4 до 13% в месяц и курсы, только 9 и 10 курс, это финансы и инвестирование. В программах же Start, Advanced и Advanced Plus, там где вы более активный человек, где вы, скажем так, будете давать рекомендации, строить свои команды, вы получаете, конечно, намного больше интересных бонусов, да. Здесь у вас и краудфандинг с первой линии по седьмую, все линии вашей организации будут помогать вам финансировать ваш проект. Дальше это сервис GC Trade, да, сервис GC Market, о которых я сказал, это магазин сообщества, обучение у нас, полный курс и денежки, которые распределяются в виде бонусов на сотовом маркетинге. Ну, понятно, что максимальный пакет у нас Advanced Plus, он самый оптимальный, самый выгодный. Почему? Потому что сервис GC Trade вы здесь получаете на 580 дней сразу же, да, это намного выгоднее, чем на пакетах Start и Advanced. Дальше вы здесь получаете полную линейку продуктов до максимальной стоимости $2000, все курсы абсолютно, и, конечно же, здесь у нас на Advanced Plus распределяются максимальные суммы пакетов, да, и поэтому бонусы здесь действительно удивляют, друзья. Давайте посмотрим на максимальном пакете, как быстро вы можете показать результат. Смотрите, с первого участника, который занял первую ячейку, да, ваш лично приглашенный, вы получаете уже $315, персональный бонус. Дальше со второго участника вашего приглашенного вы имеете уже $1654. То есть вы возвращаете стоимость пакета, да? Вы уже отбили свои деньги со второго участника, друзья. Дальше третий у вас уже почти $2000. Четвертый участник у вас
2700, пятый участник, у вас больше 4000 долларов. Представьте, какие суммы. И шестой участник, у вас 6500 долларов. Это только три бонуса, друзья. Здесь включено на быстром старте, то есть это быстрые три бонуса. Это 400% от стоимости пакета за один закрытый цикл. Если вы его закрываете лично приглашенный, да? Ну, понятно, что дальше у вас открываются новые циклы, и это все продолжается до бесконечности. Причем, если вы сами закрываете, то вы постоянно по 400 долларов, да, по 400% получаете, если своими людьми. Если у вас циклы закрываются уже за счет вашей структуры, за счет линейной организации, за счет других участников сообщества, то вы получаете каждый цикл по 260%. Ну, понятно, что здесь выгода, конечно же, максимальная. Но не у всех есть такая сумма, поэтому можете начинать с более, скажем так, более льготных, да, пакетов, то есть 75 или 575 долларов. Вот. Но если позволяют средства, то я вам рекомендую, вы просто сократите очень-очень много времени, друзья. И давайте же рассмотрим те 9 источников дохода, да, которые вы можете получать на платформе и подобьем, подрезюмируем, скажем так. Да. То есть смотрите, друзья, выполнив условия квалификации, вы получаете сотовый бонус. Два человека у вас есть в первой линии, вы уже постоянно получаете сотовый бонус, запускаете механизм, этот механизм, да, и у вас уже до 78 участников в сотовой структуре, 13 циклов закрыто, уже на среднем пакете у вас 12500 долларов. То есть это самые быстрые деньги, можно сказать. Да? То есть это те деньги, которые вы получаете быстро и видите результат. Еще быстрые деньги – это линейный бонус, линейный маркетинг первой линии. То есть 20% вы тоже получаете сразу абсолютно. И выполнив здесь, что нужно, чтобы запустить этот источник дохода? Здесь нужно, конечно же, строить организацию, помогать людям своим, строить линейную структуру и так далее. И у вас уже, если даже по 3 человека будет каждый иметь свои первые линии вашей организации, то у вас уже на среднем пакете, смотрите, очень приличная сумма, то есть 19400. Это плюс 12500 на среднем пакете. И дальше у вас запускаются уже самые длинные деньги, да, которые вы можете получать и полгода, и год, и два года, пока будут заполняться ваши группы, да, в сообществе. То есть там много участников, ну и бонусы, как видите, здесь очень-очень приличные. То есть даже если вы получите за год, за два года этот бонус, да, на среднем пакете, вы видите, что это больше миллиона долларов. Я считаю, что это тоже очень-очень классно. И что нужно для этого, чтобы запустить этот источник? Нужно всего лишь сделать товарооборот в первой линии 6500 долларов раньше других в своей группе. Вот и все. Следующие бонусы вы запускаете. Еще один источник дохода – это бонус за активность, бонус соответствия. Да? Это если у вас есть 3 человека в первой линии, и вы уже запускаете механизм получения этих бонусов. Дальше у вас еще один источник дохода, когда у вас в первой линии люди начинают зарабатывать, да, вы от них всех получаете 6%. Но также, друзья, мы знаем, что у нас и пассивные есть бонусы, там, где мы получаем на полном пассиве. И это 4 вида еще, 4 источника дохода. Это первый источник — управление капиталом, мой социальный проект, где я помогаю людям просто создать стартовый капитал для личной торговли, уже использовать сервис GC Trade, да, или для того, чтобы купить какой-то из пакетов. То есть здесь можно участвовать от 1 доллара и получать от 10 до 20% в месяц, ну и понятно, от 120 до 150% в год. Также это еще один источник — Investor Star программа, да, где вы можете на полном пассиве от 1000 долларов уже приумножать свой капитал. Также дальше вы можете уже самостоятельно с 2000 долларов получать сигналы и работать на Чикагской бирже. Здесь уже вы видите, прибыльность будет у вас чуть-чуть побольше. Да. И дальше вы можете
Самое интересное, друзья, самое интересное прибыль на платформе, на самом деле, это стартапы. Ну, конечно, не каждый человек может себе позволить сегодня инвестировать, поддерживать бизнес других людей, но поверьте, это будущее бизнеса, это будущее дохода, потому что когда вы поддержите 10-100 проектов других людей, и вот как опытные инвесторы, как бизнес-ангелы, да, например, они имеют в своем портфеле от 150 до 200 и более инвестиционных проектов. Из каждого этого проекта они не берут много, они получают везде по чуть-чуть, да, с каждого бизнеса. И таким образом они создают себе такую финансовую платформу, на которой может уже в дальнейшем и дети, да, спокойно себе прожить, и внуки, и правнуки, и так далее. Поэтому девятый источник дохода, бизнес-проекты, да, это стартапы, сообщества. Здесь вы получаете тоже один источник дохода. И, друзья, в общем-то, скажу вам честно, что я этим маркетингом просто в восторге от него, да, и от всех продуктов на платформе. Я очень-очень рад, что предоставляется сегодня такая возможность для простых людей. Это как возможность прямого доступа к Чикагской бирже, это как возможность финансировать стартапы, это как возможность присоединиться в группу бизнес-ангелов, да, и вырасти, скажем так, от простого продавца вырасти до уровня профессионального инвестора. И вы как раз-таки, друзья, еще и будете получать комьюнити-бонус в виде новенького Мерседеса Е-класса после вступления в закрытую группу инвесторов, когда ваш стартовый капитал будет от 400 тысяч долларов. Все, кто меня внимательно слушал сегодня, сейчас понимают, что чем раньше вы получите свою первую ячейку в сотовой структуре, тем больше сможете закрыть циклов уже в ближайшие месяцы. Поэтому, чтобы потом, друзья, не грызть себе локти, когда перед вами будут показывать свои результаты, свои чеки, другие партнеры, вверху слева, да, смело нажимайте кнопочку «Начать бизнес», проходите регистрацию, выбирайте допустимый для вашего бюджета пакет, оказывайте помощь в проекте других участников, создавайте свой проект и используйте все предоставленные инструменты для его финансирования. Друзья, на этом буду вам процветание. И независимо от того, чем вы будете заниматься сегодня или будете в дальнейшем заниматься, я желаю вам больших профитов и правильного удовлетворения от вашей деятельности. Единственная просьба – принимайте решения всегда только самостоятельно. И не поддавайтесь на провокации, прислушивайтесь к своей интуиции, так как только вам отвечать за каждое принятое решение. Как говорил Стив Джобс, интуиция каким-то образом уже знает, что для вас действительно лучше. Всем успехов и процветания, друзья. Благодарю за внимание. С вами был Игорь Шпорт. До скорых встреч. Действуйте.